Макс Герасимов спрашивает: Вадим, что скажете про возможное назначение Гаранина в Сочи? Тренер с другой схемой, стилем и принципами. Может быть, Киржаков не в Спартак, а в Сочи? Мне кажется, все-таки Сочи это не настолько нуждающаяся в преемственности команда. Гаранин, мне кажется, это достаточно интересный тренер для того, чтобы дать ему шанс на уровне РПЛ. Поэтому у меня, по крайней мере, во-первых, Федотов свой проект, может быть, даже больше одного раза успел там воплотить и сделал даже два разных Сочи. Не факт, что прямо обязательно нужно этой команде развиваться, продолжать таким образом. Хотя, наверное, было бы интересно последить. Во-вторых, все-таки, мне кажется, как тренер Гаранин интереснее, чем Киржаков. Уж точно интереснее следить за ним будет. Хотя сильные качества того и другого я уже описывал. Так что с интересом жду, с интересом буду следить.